Всем привет, друзья! Просили меня сделать африканскую маску. Вот сегодня буду делать такую африканочку. Автор рисунка не я, рисунок я взял с интернета. Одно, что поменял, это ширину лица. Там получается 9 сантиметров, я сделал 12,5. Также сразу длину вам скажу, кто будет повторять. 46 сантиметров. Толщина у меня вышла 46 миллиметров и материал ольха. Одна такая неприятность получилась, это сучок вырез. Но я потом, может, сделаю какую-то вставочку, или, может, так оставлю. Посмотрим. Все, друзья, приятного просмотра, приступаю к работе. Подопустил я шею немного, это, конечно, еще не окончательно, когда будет формироваться подбородок, ее нужно будет еще подопустить. Ну и здесь, конечно, туловище тоже, здесь нужно будет позаукруглять. Но я пока хочу вот здесь опустить этот хвостик с кольцом, ну и после этого буду понемногу скруглять лицо. Вынес нос на передний план, методом занижения заднего, имеется в виду щеки, опустил, и автоматически нос выходит на передний план. Глаза, где будут, я еще буду опускать вниз. Сейчас хочу затрагивать бороду и верхнюю часть головы, имеется в виду волосы, буду отделять от лоба. Ну и в процессе работы нужно будет скруглять понемногу уже нос.
Начало уже более-менее прорисовываться лицо. Навел границы глаза внизу. Также губы более-менее подогнал. Только как-то они несимметрично получаются. Низ, здесь вверх. И также здесь они побольше, здесь поменьше. Также нос мне не очень нравится. Нужно, наверное, его сузить. Ну а сейчас я хочу заняться бровями. Буду их немного выделять на фоне лоба. Нарисовал карандашом глаза, сейчас вот по линиям начинаю аккуратно прорезать. Глаза вроде сделал, осталось только зрачки, но я это уже сам в конце сделаю. Ну и так, сейчас по всей маске пройдусь, где нужно еще немножко подрежу, подровняю. Например, вот здесь нужно еще опустить нос, ноздри сделать, также кончики губ опущу немножко еще вниз. Ну и, конечно, выровняю их, а то они в результате у меня уже даже скрутились, немножко сдвинулись. Ну и буду делать низ и вверх.
чистил морилкой, морилку использовал спиртовую, на лицо нанес цвет тик, волосы каштаны, то несколько раз, чтобы потемнее было, кольцо и элементы одежды, красное дерево. Сейчас мелкой наждачкой отеню некоторые участки лица и буду покрывать лаком. Вот как оно получилось. Лак я наносил 3 раза, 3 слоя накладывал. Хотел, чтобы маска блестела, а то у меня обычно матовые. Так что решил поэкспериментировать. Сучок не убирал, посчитал, что это лишнее. В принципе, работой доволен, и цвет подобрал неплохой такой. Все, друзья, на этом я заканчиваю. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. И всем удачи. Увидимся в следующем видео.